За период с 29 марта по 1 апреля в Республике Алтай зарегистрировано два бытовых пожара, один из которых произошел в Майминском районе. 29 марта в селе Александровка на улице Центральная в результате детского неосторожного обращения с огнем произошел пожар частного жилого дома. С начала года в Республике Алтай ликвидировано уже 78 бытовых пожаров, спасено 4 человека. Пожарные МЧС России по Республике Алтай обращаются ко всем жителям и гостям Республики с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание просят обратить на недопустимость палов травы, которые часто приводят к возгораниям построек в сельской местности, могут вызвать лесной или торфяной пожар. Помните, пал травы запрещен законом. Правительство Российской Федерации постановление от 10 ноября 2015 года запретила выжигать сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Виновные в сжигании сухой травы несут административную и уголовную ответственность. В случае возникновения или обнаружения пожара необходимо незамедлительно звонить по телефону 101.